Что такое герой? Герой — это человек, который гибнет. Гибнет за други своя. Вспомним трагедии, греческие трагедии, вспомним 300 спартанцев, вспомним Шекспира. То есть нечто выше его, что он оценивает дороже жизни. Когда люди готовы подняться для того, чтобы защитить смыслы и ценности, защитить своих близких, это заслуживает очень и очень высокой оценки. Но хочется думать, что мы не будем иметь дело с трагедией, когда герой гибнет. Далее становится ясно, насколько велик он был. Далее воздвигают монументы, далее приходят люди, начинают приносить цветы. Помощь нужна сейчас. И Донецку, и Луганску. Здесь и сейчас. И очень много здесь сейчас зависит от нас. Я проезжал сегодня мимо смотровой площадки. Там стоят люди, которые собирают пожертвования Донецку и Луганску, материальные. Они показали список, то, что им нужно. Совсем простые вещи. Это бинты, это марли, это простейшие антибиотики. Есть такая грустная пословица: слава героям, кто виноват? Вот я, мне бы очень не хотелось, чтобы, не оказав должной помощи тем людям, которые встали за други своя, мы оказались виноватыми.